образованная, интеллигентная, добрая, прекрасная женщина, Рахмакала Боша, нашу дорогую Цотлору, Лариса Бадмурат Бахмаль. Во-первых, только что я был на Лавойо, девочка, которая прожила 7 лет. Она болела больше, чем один год, и только что мы ее проводили в последний путь. Очень и очень были тяжелые похороны. Ей было 7 лет, а только что умер человек, которому было 97 лет. Рахмак Лабоша, дядь Саша Кандинов. Видите, мир так устроен. Кто 7 лет, кто 97 лет. Мир непонятный. Рахмак Лабоша Цотлору, она бы еще жила много лет, если бы не кончина ее дочери, которую невозможно забыть, Рахмак Лабоша Олю. Дай Бог долгих лет жизни вам, братья Акиловы.